лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Да не близко от города, недалеко же, недалеко от Киева за 12 верст. Там жили на заставы богатые ри, караулили, хранили стольней Киев-град. Не пускали они ни конного, ни пешого, ни прохожего, ни да не проезжего. Да не черной медведь там не пробегивал, да не серой там волк ты не прорыскивал. Вот и вставают старые поутру рано, выходит и тут старое, так его на воле яйцо. Помолился старой, спасу сопречес твою, доставает свою подзорню тровобочеку, а еще глядит, смотрит под сторону, под ее женою, кабы там и где стоят и лесы темные, и я, а еще глядит, смотрит под сторону, вот за поденем, а и там и где стоят и горы ледяные. Ай, глядит, смотрит под сторону, под северню, а и там, где стоят до моря синевое. А еще глядит, смотрит под сторону восточную, а и там еще стоит до поля чесето, а я. Не туман видит в поле колыбается, там едет, ездит богатырь забавлян. Яйце, он и кверху ту стрелочку постреливает, на лету эту стрелочку подхватывает, на сырую землю стрелку да не уранивает. На одном и то колени держит чернеленечеко, на другом и то колени держит бумажечеко. Вот и пишут сокольник и скоро грамотеко. Уж я еду, дек вам во столе, но яки я фыграт, я греметь шурмовать во столе, не маки я ве. А белое ваш шатер, да я на деме спушу, а святы ваши иконы на поплав воды спушу, а князя то Владимира под меч и склон. Неда молодое во княгину да за себя возьму, а добрыне Микитичу во писари, а Алёше то Поповичу во конюхи. Спаси Господи. Приветствую. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Александр Маточкин, собиратель фольклора
исполнитель его. Здравствуй, Александр. Приветствую. Да. Да, всех. Господи. Мы сегодня говорим о балладах, да? О былинах. О былинах. Да, древнем исчезнувшем жанре. Вот, и в частности о личности сказителя. Вот откуда взялись? Потому что не будь сказителей, это жанр очень личный такой, сольный, часто вот как я исполняю, хотя было и артельное пение. Вот о нем хотелось бы поговорить сегодня. Ну, сейчас ты считаешь, что этот жанр исчезает, или это факт уже, да? Да, факт случившийся. В частности, вот сейчас я спел начало былины, которая была записана в 1965 году сотрудниками Пушкинского дома нашего в Петербурге. Вот, то есть в 60-е, 70-е последние сказители от нас ушли. В частности, помяну имя вот данного сказителя Еремей Прович Чупров с реки Пижма в Коми области. Вот от него вот я заучил уже по аудиозаписи. А туда я ездил года 4 назад, уже там только память о нем. То есть есть люди, которые слышали былины, но сами уже никто не поет. Поэтому вот актуально этот жанр сохранить. Надо сохранить, да. Да. Чтобы подхватывали люди, но тут отлично, вот как бы зависит от личного почина, то есть чтобы сказители рождались. А вкратце о чем так? Это былина. Вот, вот это былина, очень длинный, очень древний жанр вообще былины. Вот это индоевропейский вообще сюжет. Вот этот сокольник, который вот я пропел похвалы его, да, богатырь-нахвальничек, он окажется потом сыном Ильи Муромца, который вырос в чужой среде. Вот потом он возвращается, они бьются. Вот, да, ну, вкратце, если совсем канву, что Илья Муромец победит. Вот, но там всякие, конечно, коллизии, интересные моменты. А это реальные события или это выдумка? Этот сюжет есть во всех индоевропейских эпосах. То есть, но там просто имена другие. Вот, бой отца с сыном. Вот. А у нас он окрашен в такие тона. Очень сложный вопрос вот, о реальности этих событий, вообще фольклорных. Да? Там все вперемешку. То есть имена попадали из реальной жизни. Вот, какие-то реалии. То есть явно, что там снаряжение богатыря будет описано. То есть и палец, и... То есть это реальные черты, да, мы находим их в археологических раскопках, да, копья эти, сабли, вот. Но сами события, вот я говорю, это гуляющий сюжет, вот, очень древний, старинный. Конечно, да, хорошо, чтобы это услышало как можно больше людей. А вот сейчас, как это происходит? Как ты... Ты рассказываешь о былины, ты что, специально собираешь зал или где ты это делаешь? Вот в том-то и дело, что здесь нужно подойти очень тонко, потому что жанры, конечно, и фольклорные, они не для сцены были придуманы. Вот, и нужно находить, вот, как вот я недавно тоже прочитал, что это творчество специфическое и домашнее. То есть для него, вот, чтобы она зазвучала, и песня народная, и былина, нужны особые условия. Вот, в частности, вот кто был этот Еремей Прович Чупров? Он был промысловиком, промышлял пушного зверя. И вот он говорит, что еще в 30-е годы они собирались своей артелью в избушках и между делом, а в праздники особенно, вот пели эти былины. То есть вот там она, конечно, звучала по-особому. Но сейчас мы вот ищем тоже, я собираю дома у себя иногда друзей, вот пою, ну и всех. Для меня друзья – это как бы все, кто сочувствует русскому вот этому слову и так далее, интересуется. Вот, так что пробуем возрождать жанр. Может быть, избушку какую-то за городом? Избушка, да, избушка у меня есть. Вот я, в принципе, это хороший вариант, чтобы приезжать на лето, трудиться там, что-то делать традиционное, а по вечерам сказывать. Это хороший вариант. Приезжают слушатели? Типа лагеря можно для детей или что-то. Да, детям надо... особо это нужно. Да. Потому что они сейчас воспитываются на таких страшных образах, не наших. Теряются корни наши народные, да, русские. Да, это важно, конечно, да. Чтобы словесность, вот эта ритмика особая. И... Это же древний язык. То есть язык развивается не только, ну, вот появляются новые слова, но огромное наследие, которое живо вот сейчас, собственно, только в произведениях фольклора многие слова-то и живы.
Поэтому, конечно, это все должны слышать. Исполни еще что-нибудь, Саша. Да, вот надо сказать, что у нас несколько очагов было эпической традиции. То есть работа «Непочатый край». Вот кто-то возьмет, вот сейчас я спел «Пижма река». А вот как пелись былины Волонецкой губернии, это нынешняя Карелия. Многие, наверное, слыхали, вот даже там в учебники попал династия Рябининых. Вот, и Трофим был основатель, а вот я по уникальной записи заучил 1894 года от сына Трофима Ивана. Вот, и они все пели, то есть с середины 19-го ученые записывали эту семью до середины 20 века. Четыре поколения сказителей. Все они пели «Вольгу» и «Микулу». Тоже, а сюжет тоже древний, старинный. Жил Святослав 90 лет, жил Святослав, да и переставился, оставалось от него, да и чадо милое. Молодой Вольга Святославгович. Стал Вольга растеть, матереть, похотелось ей Вольги да много мудрости. Щукой рыбою ходить Вольги в осенних морях, птицей соколом летать ему под облаки. Рыскать и волком во чистых полях. Уходили тут все рыбушки в глубокие моря, улетали все птицы под облаки, убегали все звери во темные леса. Стал Вольга ростеть, матереть, набирал себе дружинушку хороброю. 30 молодцов, да и без единого. Сам еще Вольга, да его 30-й. У Вольги то был родные дедюшка, князь то Владимир стольник Киевской, жаловал его трёма городами со крестьянами. Первым то городом и Гурцовцом, а другим то городом Ореховцом, ещё третьим то городом Крестьяновцом. Вот и сели на добрых коней, поехали ко тем городам и за полочкою. Князь то Вольга, ай, Святославгович. Вот едут по раздольецу чистому полю, увидали во чистом поле ратая. Орёт в поле ратай, понокивает. Сошка-то у ратая поскрипывает, да по камешкам омёшки почиркивают. Это располагает к долгому пению, но да. Масштабы передачи, конечно, заставляют прерваться. Это вот самое начало истории. Да. А дальше, три дня ехал за ним. То есть день едет, он все пашет, вот этот Вольга. Догнать не может, что ли? То есть он его видел, значит, какого размера был этот хлебопашец. На второй едет, все он. И на третий день только доехал. Бог помочь тебе, ратай-ратаюшка. Орать да пахать да крестьяновать. Спасибо тебе, Вольга Святославович, мне надобно Божья помощь крестьяновать. Ну, вот дальше беседа идет. Вот, узнает Вольга, куда путь держишь. Он говорит, вот городам за получку. А тот говорит, так там же мужички-подорожники. А я там был, спрашивали у меня. Разбойнички. Mm-hmm. Вот, грошев подорожных. А он им
таких дал грошей, что кто стоя стоял, тот сидя сидит, кто сидя сидел, тот лежа лежит. Ну, Вольге это понравилось, он берет его в дружину свою. Ну и много дальше, вот целая эпопея. Ну, эпос, вот это и есть эпос русский. Все это песенным вот таким, вот я сейчас воспроизвожу форму, которая именно бытовала. Все вот эти века, то есть по-иному у нас не исполнялось, ни под гусли, ни речи, ну, просто рассказом. Хотя сказки были, но это уже сказки о богатырях, это отдельно. А вот былина – это вот канонический такой жанр вот в такой форме. А под Киевом, да, традиционно все это происходило? Или в Киеве? Вот, да, есть у нас киевский цикл. Это богатыри вот Илья Муромец, там на Перу князя Владимира и Добрыня Никитич, и Алеша Попович. Есть попозже богатыри, ну или такие замечательные люди, новгородские. Новгородский цикл – это Садко знаменитый и Васька Буслаев. Вот, то есть, да. Но основное ядро, конечно, это киевский цикл. То есть там, видимо, зарождался этот жанр. Ну или, по крайней мере, во многом оттуда черпает. Источники могли быть разные, конечно. Саш, у тебя детей много, да, в семье? Да, шестеро детей. Шестеро. А ты свои... Да, былины пою. Былины пою, пользуются популярностью, потому что долгие. Вот, у детишек как бы перед сном главная задача подольше не спать, поэтому вот Продюка давай, Степанович, это они просят всегда. Ну, они сами-то запоминают что-то? Да, и причем очень внимательные слушатели. Сами они, конечно, воспроизвести не могут, но вот когда ты что-то там переменил, то есть вот они очень следят за тем, чтобы было все по порядку. Вот это удивительная память, конечно, цепкая. Вот. И часто с детства запоминались. Вот еще свойство фольклора, что это, конечно, есть и по возрастам делятся жанры, но чаще всего то, что в детстве человеку удобно слушать, то он и проносит до старости. Некоторые песни, да. А ты поешь им колыбельные песни? Колыбельные тоже пою, да. Вот я сегодня готовился к передаче. Готовиться особо нет возможности. Сейчас храм строю в Осиновой роще. Там и службы, много забот. Я вспомнил, раньше у меня было такое желание, какое-то в таком народном стиле, что ли. Душа-то все-таки тянется к этому. Сочинить что-то такое, вот, используя интонации народные. Я писал колыбельную тоже. Она немножко такая вот... Как сказать, раньше детей пугали перед сном, вот, чтобы они быстрее засыпали или переставали, ну, разговаривать, баловаться. Вот. И в то же время у меня сейчас, я переживаю, вот все да, былины, они в Киеве происходили, все оттуда наша и культура, и традиции. А сейчас это все разорвано, и я переживаю. И сейчас вот во мне родилась такая смесь, как бы... И та песня, которую вот напевал, я сочинял колыбельную, и новые вот эти впечатления, ощущения. Это вот мне на ум пришла библейская история с Каином и Авелем, да, это вот первое убийство, когда брат брату позавидовал, вот из-за этого, из-за зависти произошло первое убийство. Вот, и вот эти украинские события, и все это вот такое выросло у меня в такое произведение. Хотел с тобой поделиться. Хотя оно, может быть, с былинами не вяжется, но мне показалось так. Красное кровавое
Солнце закатилося, солнце закатилося, ночь на землю грешную, ночь на землю грешную наползает медленно. И не встретишь путника, разве что преступника. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. Расскажу тебе про Каина, как убил он брата Авеля, как убил он брата Авеля. Из-за черной, из-за зависти не почувствовал раскаяния и скитался непрекаянно. Так все это продолжается, как бы Каину покаяться, воскресить бы брата Авеля и обнять его родимого, возвестить бы всей окраине о покаявшемся Каине. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. Спи, сыночек, засыпай, баю-баю-баю-бай. Такая песня родилась. Спасибо. Может быть, я спасибо не успел ее немножко, ну, как бы, подать. Вот такая мысль у меня зародилась. Я думаю, что я еще ее доделаю. Пересекается еще с жанром духовных стихов народным. Тоже есть про Каина и Авеля. Тоже ну, вот я вчера стихи с Ниной Николаевной Артеменко разговаривал о том, откуда берутся народные песни. У них же нет автора. А народ – это голос Божий. Значит, песни, народное творчество – это от Бога. Получается так. Господь полагает… Кто такой поэт? Поэт – это творец. В переводе из греческого – поэт, творец. Как… Так что и человек, Господь хочет, чтобы человек был творцом, а когда народ что-то запоминает, какую-то форму, да, и она становится народной, он ее приемлет, она становится ее родным. Конечно, импульс должен быть от какого-то человека, через которого Господь действует. Вот так рождается народное творчество, скорее всего. Вот, вот от сердца. Что у тебя еще там в запасе для сегодняшнего дня? Ты принес с собой гармошку. В запасе, да. Неожиданный такой поворот сделаем немножко. Я вот немножко еще, да, на гармошке. Сейчас я возьму. Если былины – это жанр, как мы сказали, исчезнувший, вот, ну, в носителях. Так-то раз мы поем, вот сегодня спели, значит, он живет. Жив, да. Вот. А сейчас я спою романс. Вот романсы еще можно, в принципе, в станице, в деревне записать, услышать их очень. То есть в 20-19 веке это очень популярный жанр. Вот это донской романс «Проснется день красы моей». Ну, он пелся по всей России, понятно, известная песня. Вот я его обработал и положил на гармонь. То есть это уже часть… Проснется день красы моей,
украшен весь тот Богом свет. Я вижу море солнцем, небеса Богородины. Родины моей здесь нет. Отцовский дом покинул, братцы, я. Травой зеленая зарастет, собачка верная нам, а мой зверок залает. Залает у моей ворот, заноет сердце мое, зай заболит, не быть, не жить мне в той стране, а жить и быть мне в стране чужой, которой я мальчишечка, жить я, я осужден на кровле филин. Филин прокричал, а зык раздался по лесам. Проснется песик, дети и жена, малютка, спросит. Просит, где же наш отец? Такая песня. Грустная песня. Вот. История блудного сына тоже как в завороте, да? Причем удивительная судьба еще у песни. Сочинил Байрон, перевел Козлов у нас, и потом уже казаки народ подхватили. Вот, то есть... Так. Дорогие телезрители, на этом наша... Передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами был священник Анатолий Першин, ее ведущий, и Александр Маточкин, собиратель и исполнитель народного фольклора русского. Спасибо, всего доброго. До свидания, Божьего благословения и ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях.